жили инки. Они не знали денег, а из золота делали только то, что им нравилось. Бабочек, лягушек, улиток. И когда приплыли испанцы, они вышли навстречу и радовались. И великий инка подарил чужеземцам своих бабочек, лягушек, улиток. А испанцы переплавили их в кирпичи. В день своей казни великий инка простил испанцев. Ведь они родились там, где нет ничего прекраснее золотого кирпича. Великий инка. Всемирная история. Банк Империал.